По свеженькой плитке к новой мечте. Сквер на Рощинской сбросил старые одежды и принарядился для любимых горожан. Это подарок жителям ко дню Ивантеевки, празднование которого состоится 10 сентября. Реконструкция сквера проходила при поддержке губернатора области Андрея Воробьева и при участии главы округа Максима Красноцветова. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы «Формирование комфортной городской среды». На праздник в честь открытия сквера приехали депутат Государственной думы Александр Толмачев и председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Роман Иванов. Услышали все ваши просьбы, которые были в том году озвучены и мне как депутату, и администрации, и местному совету депутатов. И теперь мы вместе с вами видим те перемены, которые нам удалось сделать за этот год. Мы решили постараться, чтобы для наших милых детей, для наших пожилых людей, теперь все поменялось. У нас новый большой округ, ну и новый сквер. Именины сердце. Многие жители именно так воспринимают отремонтированный сквер. Ведь здесь сохранили исторический контекст. Новые элементы благоустройства аккуратно вписали к местным достопримечательностям, к часовне и к ротонде архитектора Владимира Губского. Все остальное привели в порядок. Обустроили несколько функциональных зон. Игровую для детей всех возрастов, в том числе инклюзивную, а также спортивную с тренажерами для взрослых. В сквере появилась зона отдыха с перголой, скамейками и другими малыми архитектурными формами и с подсветкой. Я с ребенком, и мы сегодня пришли. Он сказал, сегодня самый лучший день. Наконец-то эту площадку построили. Все новое, во-первых, это очень хорошо. Очень много для родителей лавочек, это очень хорошо. Мамочки с колясками, взрослые, бабушки, дедушки, деткам, конечно, тут много чего интересного. Все круто, вот он в восторге бегает. Я гуляла, когда здесь еще был старенький сквер, мне он очень нравился, и сейчас он стал вдвойне лучше. Мне очень нравится, как здесь все сделали, особенно вот эти качели, мне все очень здесь нравится. Здесь очень классно и весело, а еще здесь можно позвонить. Важно, что сквер озеленили, высадили новые деревья и кустарники. А для безопасности в темное время суток установили новые светильники, всего 53, и подключили 10 камер видеонаблюдения. Площадь благоустройства составила почти 2 гектара. Людмила Ермакова, Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.